станет теплее и потому комфортнее. В микрорайоне Чкаловском идет капитальный ремонт центрального теплового пункта номер 1, который обеспечивает теплом 15 многоквартирных домов. На сегодняшний день смонтировано 6 теплообменников, 8 насосов, подготовлены фундаменты, смонтирована на 50% запорная арматура. Также производится обвязка теплообменников трубопроводами. Здесь также установят современную систему автоматического управления ЦТП. Она позволит регулировать температуру теплоносителя в соответствии с погодными условиями. После того, как новое оборудование будет введено в эксплуатацию, старое демонтируют. Прошлый отопительный сезон нам показал проблемные места в данном вопросе. В том числе мы получали большое количество жалоб от жителей, которые обслуживают данный центральный тепловой пункт. Соответственно, глава городского округа не мог остаться в стороне, поэтому мероприятие было включено в состав первоочередных мероприятий государственной программы по модернизации системы теплоснабжения. Помимо центрального теплового пункта номер 1, в округе будут отремонтированы тепловые сети, модернизированы старые и построены две новые блочно-модульные котельные. Евгения Корытько, Владислав Реус, Щелковское телевидение.